У меня вообще папа пограничник, я хочу, сейчас я кадет, и я хочу потом тоже стать пограничником. И для меня очень важно хорошо учиться, хорошо заниматься. Я хожу на разные дополнительные занятия. Я так же, как и папа, хочу работать и тоже добиться того, что и добился моего отец. Таких, как Саша, в парадном строю почти три десятка. В средней школе номер 35 сегодня не просто праздник, а праздник традиции, посвящение в кадеты. Эти пятиклассники впервые в своей жизни принимают присягу, к которой серьезно и ответственно готовились не одну неделю. Постигали азы строевой подготовки, изучали историю кадетского движения, учили клятву. Стать кадетом – это не просто одеть форму. Это не бояться трудностей, это усердно учиться, это настойчиво добиваться своей цели, это занятость во вторую половину дня, которая тоже влечет за собой усилий. На этот раз слова верности кадетскому братству произнесли 28 школьников. У ребят на плечах погоны алого цвета, цвета неравнодушия. Это значит, что надев военную форму, они будут с честью и достоинством нести почетное звание. Ведь быть кадетом сегодня – это не просто престижно, это значит иметь достойное воспитание и хорошее образование. Какие привилегии дети по окончании получают свидетельство, что не обучались в кадетском классе? При поступлении в военные вузы они с гордостью его предоставляют и надеются на приравном количестве баллов, чтобы преимущество было оказано именно им. Даже если они не поступят в эти учреждения, ввиду состояния здоровья, потому что требования к состоянию здоровья достаточно серьезные при поступлении в эти учреждения, тем не менее, они несут такой сильный военно-патриотический потенциал и направленность, что они служат на благое дело формирования гражданственности, патриотизма. Как всегда, самым зрелищным и красивым моментом праздника стал кадетский вальс. На несколько мгновений все погрузились в атмосферу светского раута. Классическая музыка, элегантное платье, военная форма, строгий этикет. К слову, в этом году в 35-й школе состоялся первый выпуск кадетов. 15 брещан, а это 70% от общего числа кадетов, поступили в высшие учебные заведения.